Эти кабачки покорили весь интернет. Ну и обязательно приготовьте, вы будете удивлены. Улет, а не рецепт. Я беру кабачок весом 500 грамм и натираю его на крупной терке. Обязательно отжимаем жидкость из кабачка, иначе ничего не получится. Это важно. Добавляю чайную ложку сушеного базилика, можно взять и петрушку, укроп, любую зелень. 3 яйца. Хорошо перемешиваем, а еще можно добавить черный перчик и чесночок. 4 столовые ложки муки смешиваю с 1 чайной ложкой разрыхлителя. Муку просеивать не нужно. Еще добавим пучок свежего укропа. Беру форму для запекания 26 см в диаметре, застилаю бумагой для выпечки и смазываю маслом. Сверху присыпаем панировочными сухариками или манкой. Выкладываем кабачковое тесто. А теперь готовим начинку. Беру один помидор, нарезаю его тонкими колечками, укладываю на кабачки. 60 грамм сыра натираю на терке и присыпаю. Ставлю блюдо в разогретой до 180 градусов духовке и готовлю примерно 25 минут. Кабачковая пицца готова. Вы только посмотрите, как она аппетитно выглядит. Прекрасно держит форму за счет того, что мы убрали всю лишнюю жидкость из кабачков. Можно добавить сюда и колбаску, и мясо, и фарш. Все, что вы любите.